Салям Дустар, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чиггер Аут, и это реакция на четвертую серию сериала Саке. Саке, не Саке, а Саке, я все понял, спасибо. Все, короче, у нас что произошло? Чувака подставили, его в итоге повязали, но мне еще до сих пор пока не верится в это. Я не помню, какая у меня была мысль, но у меня какая-то была мысль. Вот, и я ее придерживался, знаете. Короче, его повязали, но в итоге тут, судя по названию, походу я ошибался. Республиканская КНБ, это серьезно. Возможно, а возможно нет. Не знаю, давайте смотреть, в общем. Крутецкий сериал. Вот здесь, здесь, налево, налево, сюда, сюда. Комитет национальной безопасности, капитан Аспанов. Блин, вы подозреваете злоупотребление властью, подписание эффективных актов строительства. Вот это он. Умар Саэт. Покучил. Это, короче, я давно хотел сделать. Такая гнида вообще, капец. Я так думаю. Сука, влетнул такой. Два раза, а? Так, это мотаем. Как тебе? Ты как? Чё так долго, ё-моё? Как дела? Дело у прокурора, у меня движение. Долго, блядь. Не до шуток, честное слово. Ладно, шучу. В общем, это... А я говорю, у меня... Я делишки. Перепроверил информацию. Ага. А 100% под тебя точно копает КНБ. Так что у тебя проблемы, брат. В смысле, у меня проблемы? Почему не у нас проблемы? Мы же ведь нигде не светимся, в Акимате не работаем. Кто-кто, мы точно чистые, так что... Только у тебя проблемы, брат. Сразу вот такие гнилые движения, да, пошли? Когда тендеры выигрываем, на двоих делим. А как конторский КНБ, так сразу все, паника. Как крысы, бежите, да? Эй, Саке, Саке. Мне кажется, он все прочухает. Брат, на то пошло. Я типа, бы вообще ничего не говорил. Ну, они же его глупым считают. Понимаешь, и ты так же шастал бы, дела свои мутил бы, и тебя в один прекрасный день, как вот, это, вот так бы закрыли бы, и хирты. Рахмытать письмо вам бы. Ладно, ладно, видишь же меня. Паника начинается, я паника. Нервничаю. Купаться у меня депрессия запрещено. Уже началась. Я-то знаю, вы так нас надо пофиг, будет до конца купаются. За меня пойдете. Ходи в тюрьму, наверное. Я такое, конечно, не говорил, но. Чего это зеленое? Я ищу людей, которые могли бы помочь тебе, так сказать, кадр, бэр, связь бы а, вот. Кажется, наверное, за деревья. Да, не говори. Я сам пробивал, тоже звонил своим знакомым, выходил на всех. Короче, никто не хочет вмешиваться, говорит, республиканская КНБ, это, говорит, серьезно, говорит. Да, я тоже такое слышал. В общем, Саке, тебе нужно затаиться, забудь все наши движения, оно. Постарайся не привлекать к себе внимания. В общем, чуть поработай во благо народа, как-никак ты же Аким Айона. Ну, если повезет, повезет, не повезет, ничего страшного, надеть стиль, сядешь, нормально. Капец, блин, ты умеешь друга поддержать, блин. Ладно, надеюсь, все будет хорошо. У меня мотивация появилась, не уставать. Все, давай, я тебя пасу, осторожно. Где ты в жопу, парень? Вымерли рахат на вас. Сидеть! Сидеть, я сказал! Сидеть! Собаки? Лежать! Лежать, блядь! Лежать! Ой. Пойдем, мало. Пойдем. Твою за ногу, улетн был такой, шош, улетн был такой. Мал должен был, мал, ид был такой, ид. Че? В принципе, понятно. А почему качели деревом не обшили? Вдруг ребенок нечаянно упадет и качели по голове ударит? Ну так, нужно быть поаккуратнее. В смысле поаккуратнее? Азамат Ерланович, я субподрядчик. Мне как сказали, я так и сделал. Все по проекту. Угу. А где генподрядчик? Ну, генподрядчик, он сильно занят и попросил меня все вам показать. Ну, вы показали, я посмотрел. И мне не нравится. Потому что сделано некачественно. Это во-первых. Во-вторых, материал дешевый.
Поэтому отцепить площадку на ремонт и все переделать по-человечески. Понятно? Ничего себе. Как переделать? Ведь там все решено. Где нормальная решено? Площадка. Кто решил? Ну, там. И запомните, по благоустройству в этом районе решаю только я. И передайте тем, кто сидит там. Хорошо, передам. Вы сказали, что будет все чики-чики. Чики-чики, говорите? Если все не переделаете как надо, приедет комиссия, акимат и прокуратура. И они вам сделают конкретный трах-тебе-дох. Дети есть? Ну да. Хотя бы на детях не экономьте. Согласен. Вы в курсе, что люди месяц уже без воды? Так, объект должны были сдать. Вчера. Такие невинные. Вчера. Когда закончите? Через неделю. Вы что, свою пунктуальность вместе с трубами закопали? Просто там у нас по доп. Соглашению. Какое еще доп. Соглашение? Слушайте сюда. Если сегодня не закончите, то навсегда можете забыть о государственных тендерах. Понятно? Ну, это как-нибудь. Решим? Не, ну решить-то можно. Заканчивайте до вечера работу и считайте, что решили. Просто там уже в курсе об этом. Где там? Ну, там. Сказали вроде бы. Решили? Запомните, в этом районе по благоустройству решаю только я. Поэтому до вечера сдать объект. Надеюсь, вы меня услышали. Нормально, ходит, дела решает. Да, не спа? Что за срочность? Слушай, вот почему у тебя на прадике лампочки горят, а на столбах лампочки не горят? Не знаю. А я знаю. Потому что у тебя там японские оригинальные, а здесь китайские дешевые. Че, на людях сэкономить решил? Ты вон на прадике экономь. Чего дома и машин докопать? Вы что, из прокуратуры, что ли? Я нет. А вот за эти косяки прокуратура вас скоро навестит. Если ты не из прокуратуры, то что ты придираешься? А насчет лампочек мы там уже решили. Где решили? Я не понял, кто у вас там все решает, а? Сейчас позвоню, и ты узнаешь. Звони. Алло, Даге. А? Здесь какой-то человек пришел. Насчет лампочек что-то говорит. Кто он такой? Как его зовут? Как зовут? Азамат Ерланович. Азамат Ерланович. Не по телефону. Понял. В прямом смысле. Он тебе этот... Не какой-то человек, он замакема, знаешь, по благоустройству. Короче, что бы он ни говорил, делай, как он сказал, понял? Потом разберемся, от ноги сищем сбернем. Давай, сейчас. Хорошо. Ну, чё? Чё так я говорит? Все, Сики, бянджа своим злой. Все будет нормально. Сразу вот так. И запомни, по благоустройству решаю тут только я. Понял? О, Свет Самадыч, доброе утро. Я как раз чайник вскипятила. Молодец, молодец. Нифига себе, что за фигня здесь? Ну, вы же сами сказали все поменять. Я вот диваны поменяла, телевизоры поменяла, статуэтки убрала, ковер убрала. Вообще не обратил внимания. Вот, в общем, сделала все скромно, как вы просили. Классно? Офигительно прям. Супер. Саид Саматович, а можно я ковер тоже заберу, пожалуйста? Нет, конечно, я лучше бомжам отдам. Иди кофе делай, быстрее. В таком кабинете хрен расслабишься теперь. Ладно. Зато работать будем. Что там, лязать, кофе? Вот. Не понял, что за фигня? Это ваш кофе? Ну, я вижу, что это кофе. Чё, с кружкой, я чё, в поезде работаю? Я вроде в акимате работаю. Ну, вы же сказали все поменять. Вот. И до такой степени не надо утрировать, им. На кружку решены, а мне ведь ничего не... Забирай нахрен этот кофе. Подожди, это что за херня? Это ваша семья. С
смысле, у меня есть семья, и они не знают? Ну, я через фотошоп это сделала. Нахрена? Когда придут вас арестовывать, они посмотрят на семью, а на этих дочек, им станет жалко вас. Тем более я читала то, что за срок могут этот сократить. Рот закрой свой, ты что, дура что ли? Ты что несешь здесь? Я не думал, что она настолько глупая, прям. Сейчас пас, вот ты кто, поняла? Иди нахрен отсюда, дура. Головой чуть думай, мозги свои включи, инде. Сердце мозги, как лучше хотела. Адам деген из кухнул жатса, ищак пас. Она наоборот меня заставляет нервничать, да, пугает наоборот. Бер тупой, бля. В среду, встреча на селении, в среду. Саят Саматович? Да, кто такой? Ты что, не узнал? Нет. Я Марат, а одноклассник твой? Маке, блин, прости, проходи. Прости. Честное слово, блин, голова кругом идет просто, блин, джунускоп. Классник? Ничего, нормально, сам как. Пойдет. Секретарша пустила просто, это и все. Не, я хотел предупредить. Да. Что-то она сидит и плачет. О народе она думает, мы все о народе думаем. Может, да, может. Слушай, Маке, я честно скажу, тебе времени мало у меня. Я тебя очень рад видеть. Но сразу хочу сказать, если это по поводу работы или еще каких-то проблем, вах, чоказ. Ты че, Саки? При чем тут это? Просто я хотел тебе позвать, мы вечером с одноклассниками встречаемся. А, да ты че, да? Да. Кто там еще собирается? Абзал, Амир, Айгулька. А, Айгулька тоже будет? Да. Которая в усах, да, двигалась? Ну да. Сейчас она моя жена. Ну, сочувствую, что поделаешь, зато умная была. Ну да, очень умная, да. Все, понял, а где там, где собираетесь? Ресторан «Аргус», знаешь? О, это нижняя часть города, да, я сразу не смогу, у меня же астма, я не могу внизу двигаться, да. А хочешь, мы ради тебя где-нибудь наверху посидим? Ради меня? Да. Ты хотел сказать, благодаря мне? Да, Саки. Как ты стала Акимом? Капец ты изменился, да? Я шучу, что у тебя с юмором проблемы, что ли? Слушай... Да, я твой номер запишу. Все, давай, запиши. Давай. О, ё-моё, запиши, Дим, у меня же телефон в машине же остался. Да? Да. Ну, тогда... Давай, ты свой запиши, да? Давай. Вот ручку беру. Угу. Так, 8. Ага. Все? Звони. Все, обязательно, обязательно. Это этот, будильник, ходит будильник, это, за место телефона держу сейчас, да. Часов нету, как могу, как так. Все, брат, давай. Давай тогда, до вечера. Ага, на связи, брат, Кузьма. Все, братан. Давай. Давай, давай. Смотри сюда. Ты понял? Да. Не слышу. Сюда смотри, э? Да. Понял? Да. Карда, самой Глазик, извините, если помешал. Глазик. Дякса. Убери его, Ян. Это, не обращай внимания. Это была просто воспитательная беседа. Воспитательная беседа? Жестко, да, наверное, допустил? Жестко. А как иначе, бля? Е-мое. Он должен был мне привезти деньги, но он просрочил, блядь. На неделю, наверное, или на месяц? Да нет, он должен был мне привезти 12:00. А сколько сейчас время? Смотри. Сейчас 12:07, на 7 минут. А вот видишь, это не просто 7 минут, это называется безответственность. А терпеть не могут таких людей. Сейчас передумают уже сказать, что хотел. Если вы меня вызвали по тому делу, у меня же еще месяц, да, срок есть? Да нет, я по другому вопросу. Короче, Талга, у меня одного друга 21 рождения, ну, юбилей. Вот он хочет ему сделать подарок, ну, в честь него назвать улицу. Как раз у вас-то район новый, улиц много, так же? А, да, без проблем. А кто его отец там? Ученый или ветеран какой-то? Да нет, он этот, чабан. Хуйбах-кангой всю жизнь. Просто Харлтаган, мне кажется, так нельзя, наверное. Ну, бизнес-близко там, если его отец ученый, там, политик или... Слушай, какая разница, кто его отец? Главное, кто он сам. А он мой друг. Поэтому
Его просьба — это моя просьба. Опасный тип вообще. Тем более, по деньгам он вас не обидит. Ну есть же улицы, блин, непонятно, в честь кого там называли. Даже? Хорошо. Тимга. Так, вот возьми конверт. О, конверт. Возьми, возьми, блин, жене там шубу купишь. А то вдруг ты этот не выполнишь мою просьбу. Ну, жалко будет твою вдову. А там хоть шуба останется. Знаешь? Я не шучу. Хорошо? Классно играет. Юморист, сука. Че? А, ты вообще? Телефон хотел хамбой, юморист. Эй, не юмори, юморист, сука. Да, да, я с хана тара. Ага. Давай. Шеф, можно, да? Да, да. У нас проблемы. Чё там? Да это, подрядчик. Ну, жалуй. Может, покурим, а? Давай, давай. Делбик. Слышь, придурок, я тебе что сказал? В кабинете никаких базаров. Понял? У нас мне в кабинете небезопасно, знаешь же. Ну, извините, шеф, я забегался там. Это, наши подрядчики звонят, жалуются. Азамат к ним с проверкой. И вот... Дверь закрой, я тебе говорю, совещание! Не мямли, быстрее говори, чё? Ну, он, Азамат, начал на себя много брать, говорит, это, он главный, все решает. И наших, этот, заставляет все объекты переделывать. И они у нас требуют деньги. Этот еще геморрой. Ладно, я с Азаматом сам решу, не переживайте. Ага. Там главное с подрядчиками. Ага. Объясни, месяц-полтора пусть потерпят. Понятно? Все. Ты же в курсе, что тупишь? Все, понял, шеф. Пойдем. Хорошо. В дверь стучать не надо вообще-то. Ну это же турец, шеф. Это Акимат, здесь любую дверь стучать надо. Сори, шеф. Сори. Понял? Это Акимат. Придурок. Песик. Наконец-то нормальный кофе пью. У тебя же кабинет тоже самое кофе, или у тебя что, кофемашинка сломалась? Секретарша овца дура, блин, все вынесла же. Вынесла? В смысле, пизданула, что ли? Ну, не так грубо, конечно. Я же ей просто говорю, надо скромнее быть, надо, чтобы все скромно было, хоть к сувере. Она в прямом смысле поняла, нахрен. Ладно, короче, чем мы ее обсуждаем? Говори, что хотел. Короче, это, всякие есть тут одно дело. Ты угораешь, что ли? Я тебе 3 секунды назад сказал. Вот к сумере, как ты мне дело подавал. Да там вообще фигня. Там один добрый агашка, дядька, попросил для него улицу переименовать. У нас же относительно новый район, а улиц много. Сундук там-то как бы... А что за... Честь кого переименовать? Да хрен его знает. Какая разница, блин? Честь кого? У нас же непонятно, ханды, арандарды, куча, не если мы беру это. И... Короче. А улица маленькая же. Давай сразу скажу так. Во-первых, ты цену знаешь. Во-вторых, через месяца полтора минимум. Ты же сам понимаешь ситуацию. Ну, брат, бля, что там тебе вообще? Всем оставаться на места. Что за херня? Что там? Стал сразу. Блядь, не вставай! Бежать, вижу! Нам всем оставаться на места. Давай, не вставай! На месте же, бля. Ложись, говорю, блядь! Гражданка, не встаем! Ну-ка, укуси, укуси, братан, это не сон. Укуси, говорю. А, блядь, не сон, все. Вот и все, вот и закончились наши движения, брат. Закрой рот, сука! Уважаемые граждане, приносим свои извинения. У нас было задержание особо опасных преступников. Угу. Можете вставать. Все, расходимся, расходимся. Уходим, уходим, быстрее! Что ж, курить не буду, твою зараку. Пиздец, блин. А, сердце. Что это было? Хрена знает. Официант! Извините за этот инцидент. Ой, вот свой, закрой. Принеси иди водку. Сколько граммов? Граммов 2 бутылки. Для начала бутылку принеси, давай. Хорошо, поняла. Немноговато ли будет, а? Братан, я уже, знаешь что, заикался. Пугаться.
надо что-то делать. Сегодня надо чуть накатить, а то я уже... Башка не работает уже, все уже. Хочешь вместе выпьем? Нет, не хочу. Я хочу к одноклассникам съездить. Просто, знаешь, так душевно ни о чем поболтать. Уже вот эта интрига, политики, тендер, мендер, все надоело. Не обижайся, я хочу сам. Ну, давай. Все, я тогда пошел? Да, да. Пойдет. Все, все, все. Фу, бля. Молодец, я думал, не заметишь. Подожди. Меши, бармен. Давай. Рахмет. Маратос, барбос, халайсин. Нормально. Че, не жанал? Убей, че, чулку, что ли? Нет, я район Аким, знаешь? Я в курсе, да. На гарасе на жахана, на бутку, миним район, бля. Кирик, бля, бутку район, рахм, бля. Джо, сам не жахан. Джо, брат, джирки. Не крыми меня, дышай буду. Хочу дышу, хочу не дышу. Че, не, это че за чепутилы или? Это же Абай, мой одногруппник. Абай? Знаешь его? Абай или не знаю. Че за черт, я Абай? Ну, КНБшник он. КНБшник? О чем к нам идет? Не знаю, может, поздороваться решил. А ты че, его сегодня не видел? Видел. А что, он 10 раз здороваться хочет? Ну, не знаю, ему же пофиг, он же КМБшник, может, кого-то ловить пришел. А кого ловить он пришел? Ну, коррупционер. Стой, не ловить. Что-то эти КМБшники уже... Ты что? Каждый раз новые. Что? Нет, блин, ну какого черта, а? Каждую серию мы подходим к тому, что его якобы сейчас задержат или задержали. Я все понял, окей, создатели, сценаристы. Типа, сколько серий еще так будет продолжаться? По сути, ну, если так подумать, то сериал не двигается практически. Мы топчемся, как будто бы на одном и том же месте. Что-то там происходит так незначительно. Какие-то там диалоги, встречи, 5-10. Но в общем и целом мы тупо стоим на месте. Мне так кажется, не знаю. В принципе, неплохо, классная серия. И из всех, которые были, наверное, это вообще более-менее самое интересное. И зам тут себя хорошо показал. И вот, ну, тот чувак, я не помню, конечно. Бадюган этот, короче, был жесткий. Вот, все. В общем и целом, серия классная. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.